чтобы каждый двор был комфортным для проживания. Сотрудники администрации встретились с жителями микрорайона имени Нагина, чтобы обсудить благоустройство проблемных территорий. Одна из них у Дома культуры «Олимп». У новоселов жилищного комплекса «Жемчужина» в шаговой доступности зона отдыха с водоемом, небольшая скейт и спортивные площадки. Все ли их устраивает, каким видят жители будущее своего парка? С этой целью на портале «Добродел» проводился опрос. Подвели итоги, и уже после этого будет видно, что хотят жители. То есть это, ну, в основном это были лавочки, урны, то есть площадки, да, зона отдыха. Молодежь писала о том, что необходимо обустроить спортивные зоны, построить более широкий скейт-парк. Это в планах тоже в ближайшее время, и это очень хорошо. Жители будут этому очень рады. Однако сегодня людей больше беспокоит отсутствие тротуара на дороге от Дворца спорта «Олимп» к парку. Здесь нету тротуара для детей, там, для мамаш, потому что сам на машине езжу. Не дай бог, мало ли погодные условия, не увидишь, темнота и все прочее. Раз, нечаянно может быть какой-то инцидент произойти. Безопасный тротуар для пешеходов, конечно же, появится. Приведут в порядок и площадь перед Олимпом. Все это в плане благоустройства на будущий год. Так же, как и строительство детского сада рядом с Дворцом спорта и парком «Жемчужина». Проект разрабатывается. Заключены все договора. Вот, подрядчики уже прикинули, как этот объект расположить. Главный вход и подъезд будет как раз со стороны Фрунзе осуществляться напротив жилого дома. С этой стороны будет немножко расширяться проезжая часть и будут устроены тротуары для того, чтобы родители могли нормально подойти к детскому садику, машины могли бы временно припарковаться. То есть зона будет полностью благоустроена. В ходе встречи с сотрудниками администрации городского округа жители микрорайона получили ответы на свои вопросы. Строительство социального объекта люди ждут с нетерпением. Рады, что облагородили нам парк. Теперь классно очень с детьми гулять. Все ровные дорожки. Теперь мы очень рады, что здесь детский сад нам построят. Один ребеночек ходит, второй будет. Мы прям очень рады, ждем уже, когда нам построят здесь детский сад и доделают, облагородят эту землю. Детский сад в микрорайоне имени Нагина построят благодаря государственной программе «Образование Подмосковья» на средства из областного бюджета.